193 народности, 277 языков и наречий, таков национальный состав России. Представители 153 народов проживают в нашем регионе. Такая цифра прозвучала сегодня на расширенном заседании Совета Ярославского отделения Ассамблеи народов России. В мэрии собралось руководители диаспор и национально-культурных объединений области, чтобы обсудить вопросы межнациональной политики, которые сегодня реализуются в регионе. На заседание приехала глава Ассамблеи народов России Светлана Смирнова. Она отметила большую работу, которую Ярославское отделение проводит в сфере укрепления межнациональных отношений. С одной стороны, это укрепление, вернее, сохранение этнокультурной самобытности народов России, а с другой – укрепление единства российской нации. Могу сразу сказать, что Ярославская область, безусловно, выделяется на фоне многих регионов, многих субъектов Российской Федерации, потому что мы всегда говорим, что Ярославская область – это территория, это регион мира и согласия. Как сказал председатель Ярославской ассамблеи народов Нурел Хасиев, организация не собирается останавливаться на достигнутом. В планах открытия на территории Ярославля этнопарка. С этой просьбой они обратились к мэру города Владимиру Слепцову, который пообещал рассмотреть этот проект. Проводится День России, День города, День народного единения, да, вот, или там Сабантуй праздник, чтобы у нас было все сконцентрировано в одном месте. Проводится не Киргизии, не культура Дагестана или там Белоруссии, чтобы эта площадка помогала нам мобилизовать все наши силы и творческий потенциал для того, чтобы ярославцам было удобно посещать эти проекты.